Всем привет! Сегодня разбираем рывок узким хватом. Исходное положение ширина хвата, как во взятии на грудь. Несмотря на то, что это рывок, место подрыва не меняем. После подрыва совершите уход, сопровождая штангу руками, локти вверх. Данное упражнение хорошо подходит для разминки перед толчковой тренировкой. Отлично отрабатывается мощность подрыва, а также скорость ухода под штангу. Данное упражнение требует отличной гибкости и хорошей разминки плечей. Новичкам рекомендую выполнять его с 50% весом от рывка классического в подходе от 2 до 4 повторений. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, данная информация была ценна для вас. Всем здоровья и удачи на тренировках!